Отец мой начал свой рассказ о расе нашей на земле, о звездном корабле, о нас, о том, как чуть не выродились все. Эоны тысяч лет назад наш род на землю прилетел, мечтая сотворить на ней небесный сад. Наш род ни сил, ни света не жалел. Мой прародитель сердцем был открыт, он нес любовь единого и свет, и верил свято в миссию свою, и в то, что на земле зла нет. Планета молодой еще была, ее создали любящие существа. Она внутри себя свет мудрости любви несла, хотя сознанием своим в невежестве жила. Те существа, что мирно обитали в те времена на молодой земле, в ее невежестве спокойно пребывали, заботясь лишь о пропитании себе. Они открыты были и добры, с улыбкой встретили род пришлый, но в теле их дремала сила тьмы, которую пока не было слышно. Мой прародитель племя полюбил, он видел мощь земли материи в прекрасных, ее любовь и мудрость, сила, свет дремали в формах племени губастых. Он выбрал юношей и девушек красивых, тех, кто сиял невидимым огнем, кто нес в себе зерно чистейшей жизни и дух любви, скрывающийся в нем. Их одарил он светом истинной любви, наполнив клеточки сознанием того, кто есть на самом деле, того, кто жил невидимо в их форме, в их прекрасном теле. В сердцах других он видел тусклое пятно. Любовь в зерне лишь эмбрион была. Им предстояло длинный путь пройти, чтобы любовь в их жизнях засияла.